Региональный этап всероссийской акции «Уличный красава» состоялся 30 сентября в манеже спорткомплекса «Красная звезда». В соревнованиях приняли участие команды из 13 районов Омской области. Турнир проводится уже второй год и собирает все больше дворовых дружин на игровых площадках. Популярность его среди детей, как и самого вида спорта, в регионе растет. Конечно, определенная волна популяризации, популярности футбола после проведенного успешного чемпионата мира в нашей стране выводит на новый уровень вот такие турниры. И я считаю, что этим грех не воспользоваться для того, чтобы в целом как бы подрастить хороших игроков, хороших ребят, посмотреть, просмотреть, во всяком случае, их для наших уже специализированных детско-юношеских спортивных школ «Иртыш» и «Динамо». В младшей возрастной группе в финал «Уличного красавы» вышла команда из Русской Поляны. Для ребят крайне удачно сложился групповой этап. Встречи с большеуковцами и крутинцами они завершили со счетом 5-1 и 3-0. За первое место они сразились с прошлогодними победителями регионального турнира – футболистами из Щербакуля. Обе дворовые дружины за два тайма смогли забить ворота друг друга по одному голу. И лишь в серии пенальти удача улыбнулась русскополянцам. 3-2. Я думаю, это больше лотерея. Ну, тоже решает твой скилл, много чего решает. Главное не мимо пройти, главное попасть в створ. Мы собрались, забили, все на... просто собрались. Надо было побеждать, нам тренер дал установку. Мы сделали, вышли свое дело. В группе 16 и 17 лет в решающем поединке схлестнулись команды Одесского и Калачинского районов. Здесь ситуация сложилась по-иному. Калачинцы за время игры так и не смогли распечатать ворота противника и пропустили 3 мяча. В итоге футболисты из Одесского – победители в старшей группе. Борьба была упорная. Каждый доказали, показали, как умеет играть. Было сложно, но тем не менее выиграли. Победителям и призерам регионального этапа «Уличного красавы» вручили награды и мячи. Команды Русской Поляны и Одесского района будут представлять Омскую область на окружном этапе, который пройдет в нашем городе с 14 по 20 октября. Финал всероссийской акции состоится в начале ноября на одном из стадионов, где проводились игры чемпионата мира по футболу FIFA 2018.